Всем привет! Сегодня я расскажу, что такое полукоммерческий линолеум, куда его стоит укладывать и на что стоит обратить внимание при выборе. Итак, полукоммерческий линолеум – это линолеум с толщиной защитного слоя от 0,4 до 0,69 мм. Чем больше толщина защитного слоя, тем дольше прослужит линолеум и тем дольше на нем не будут появляться проплешины в тех местах, где мы ходим. Какая может быть толщина у полукоммерческого линолеума? Ответ – любая. Он может быть и совсем тонким, и очень толстым. От этого зависит комфорт и теплота. Всех нас волнует, будут ли появляться на полукоммерческом линолеуме вмятины. На самом деле это не зависит от того, полукоммерческий линолеум или нет. Это зависит от плотности линолеума. Полукоммерческий линолеум может быть как и очень плотным, так и не очень. Чем выше плотность, тем дольше будет служить линолеум без появления вмятин. Как правило, надо сказать, что полукоммерческий линолеум достаточно плотный. Теперь о том, куда можно положить полукоммерческий линолеум. Коллекций с разными техническими характеристиками очень много, и это здорово. Полукоммерческий линолеум можно положить фактически в любое помещение. Какие-то коллекции настолько прочные, что подойдут и в офис, и в коридор в школу. А некоторые коллекции очень комфортные и будут отлично смотреться дома. Вот два примера. Коллекция Tarkett Sprint Pro отлично подойдет и в школу, и в офис, в самые нагруженные места. У нее прекрасные пожарные характеристики, которые отвечают всем требованиям для коммерческих помещений. Также отлично эта коллекция послужит и дома, и в коридоре, и на кухне. Следующий пример – это коллекция Tarkett Idilia Nova. Эта коллекция очень комфортная, очень теплая, очень красивая и отлично противостоит воздействию ножек мебели и подойдет в любое помещение в квартире. На что стоит обратить внимание при покупке полукоммерческого линолеума? Первое. На толщину защитного слоя. Чем она больше, тем он дольше прослужит без появления проплешин. Где ее посмотреть? Можно уточнить у продавца в магазине или посмотреть в технических характеристиках. Второе. На общую толщину линолеума. Где ее посмотреть? Просто пощупать образец. Или спросить у продавца, или посмотреть в технических характеристиках. Чем больше толщина, тем линолеум будет теплее и комфортнее. И третье. Это плотность линолеума. Это очень важный показатель. Чем она выше, тем лучше, тем дольше линолеум прослужит без появления вмятин. Где же ее посмотреть? К сожалению, производители не пишут ее в технических характеристиках. И у нас есть два варианта. Вариант первый. Взять образец, попробовать его продавить ногтем и продавить монеткой. Те образцы, которые будут продавливаться хуже, более плотные. Вариант номер два. Вооружиться калькулятором, взять вес линолеума и поделить на его толщину и получить плотность. Чем она больше, тем лучше. В нашем магазине широкий выбор полукоммерческого линолеума. У нас представлено более 100 дизайнов. Приходите к нам, и наши продавцы помогут вам подобрать то, что нужно.